Доброе утро. Ну что, я на работу приехала. Где же ты там, мой телефончик? Отдыхал без меня. Целых почти 20 часов. Миленький мой. В общем, что я могу сказать? Свежо на улице, свежо. Даже, можно сказать, я замерзла. Но машина показывает 18 градусов. Ну, я думаю, что сейчас уже нагреется. Я так в платье, но оно такое легкое. А вот, скажем так, по-летнему, по-русскому лету, летнее, вот так. Ну, прям прохладненько, можно было бы и джинсовочку какую-нибудь надеть. Ой, кто же мне там звонил, может быть и нет. Вообще, мне редко кто звонит. Сейчас, мне кажется, звонками уже никого не удивишь, никто никому не звонит, всем шлют WhatsApp, мне так кажется. Мне оно даже, знаете, как удобнее. Например, я на работе стою, если мне будут звонить, я трубки не беру. Ну, чтобы не отвлекаться. Но если WhatsApp придет, то спасибо часам. Я могу посмотреть, кто мне там прислал. Либо клиенты мои, либо еще кто-то. В общем, удобненько. А звонить очень редко. Зато, как я вчера, с мужем тоже мы очень перезваниваемся. Вообще редко, днем. Я не из тех людей, и он тоже, чтобы звонить, ой, как дела, как ты там, нет. Я могу и целый день не звонить, и ничего страшного. Потому что, ну, а что звонить-то? Что мешать, правильно? Если я на работе, то я тоже, я говорю, уже трубки не беру, поэтому что мне звонить? Зато вчера, так как я телефон забыла дома, но он домашний звонил, раза 4, представляете, о как. Мне уже и на последний раз хотелось сказать, что звонишь? Потому что каждый раз, как он звонит, мне приходилось вставать и брать трубку, которую я домашний телефон никогда не беру. Потому что на домашний телефон там постоянно звонят, либо предложить какую-то сотовую связь, либо, в общем, реклама какая-то. Я вообще никогда эту трубку не беру. Она у меня там стоит, и он уже не работает почти там вообще. Я вчера пыталась снять трубку, там мне так это столько усилий потребовалось, потому что вообще ни хера не получится, но получилось. В общем, вот так. Те собачки, как всегда, стоят и нас ждут. Такие смешные. Смотрите, одна голова над другой. Такие классные. На Чарли мы его смотрят. Чарли на кошек пошел гавкать. Там кошки. Он пошел на них гавкать. Это его любимое занятие. Гавкать на кошек. Хотя он их боится до усмерти. Он близко к ним не подходит. Потому что один раз его царапнула одна кошка почти в глаз. Знаете как? Потому что он все гавкал и гавкал. Ну, гавкай, гавкай. Пока ему одна кошка не заехала. В общем, все. Теперь он к ним не подходит. Он гавкает, но со стороны. Пойдемте посмотрим, что там с моим телефоном. Лежит мой родной, меня ждет. Едем домой. В общем, тема с телефоном продолжается, потому что я приехала, когда он был вырублен, без батарейки. Зарядки у меня на работе не было, но я взяла с собой вот эту вот, как она, в общем, батарейку, которая переносная. Умным именем не знаю, как ее назвать, названием даже. Поэтому обычная батарейка, но она такая слабенькая, что, в общем, зарядилась немного. Было пару звонков. Ну, ничего, перезвонят еще. Сейчас еду в Меркадону. Кое-что надо купить. Сахар. Я хотела же делать мармелад из айвы. Айвы много, а сахара нету. Так как мы сахар очень мало едим, поэтому... У меня его дома почти. Ну и туда нужно 4 килограмма, наверное. У меня айвы очень много. Вот. И куплю сахар, яйца. И еще что-то хотела. Но, естественно, я об этом забыла. Но буду в магазине, вспомню. Так вот, мы едем все гуськом-гуськом за автобусом. И вот так. День, конечно, замечательный, но уже прохладно. Прям ветер такой. Смотря, хотя в машине у меня показывает, что 26 градусов, но мне кажется, меньше намного. Ну, как намного. Не 16, не 13, но
скажем так, прохладно. Женщина убирается. Мы тут в пробке стоим, как всегда. Вот так вот за автобусом поедешь. И, как говорится, не знаешь, чего ждать. Потому что может припарковаться какая-нибудь машина. И можем стоять вот так ждать, пока не уберут эту машину. Но будем надеяться, что это не тот случай. Вот такие у нас пироги. Ждем. Сзади меня уже тоже машина есть. А сзади туда и никуда уже не уедешь. Только вперед. Чарли у меня люлей получил. Обгавкал. Мы пока выходили из парикмахерского, он обгавкал одного там мужика. Я его поругала. Он, наверное, все понял. Ты понял? Или не понял? Вот, вот эта красная машина всем мешала. Вернее, не всем, а только автобусу. Мы-то могли бы проехать. Ладно, еду в Меркадону. Уже скоро Рождество, начинают туроны выкладывать на прилавки. Смотрите, сколько всяких вкусных туронов. Я, правда, их не очень, но все-таки погрызть иногда можно. Вот это вот, наверное, вкусный сахар с миндалем. А это вот как ириска. Мацапа уже продают. Взять, может быть, у меня муж вот так и любит побаловать, скажем так, побаловать турончики. А там всякие конфетки на той стороне продаются. Конфетки вкусные. Смотрите, видите, новогодняя тематика уже. Мармеладка, шоколадные всякие изделия. Вот так вот посмотрю и пойду. Вот эти вкусные очень конфеты. Мне однажды Таня дарила, они такие вкусные, 3 евро стоят всего, представляете? 40 штук здесь. В общем, мне кажется, неплохо. Вот эти тоже труфа вкусные, шоколад, прям шоколад тает во рту, а не в руках. А вот эти вот какие тоже вкусные, в общем, все вкусное.
там вот разные конфетки. Что-то Рафаэла нет, странно. Но у меня еще русские есть конфеты, поэтому как бы затарилась сахаром, чтобы варить. А вот всякие тортики вкусные. На дни рождения со всякими персонажами. Чизкейки. Тирамису, чизкейки. Смотрите. Ой, вот это, наверное, должен быть вкусный. С карамелью и арахисом. Какая вкусняшка. А я взяла бананы, макароны, яйца, кетчуп, соус остричный. Вот такой вот. С ним очень мариновать хорошо. Что еще, капусту взяла, салатик сделаю, кефир. Кетчуп уже говорила, да? Ну и самое главное, сахар. По идее, все, что мне надо, я купила. Тут вот тоже всякие разные конфетки. В общем, уже готовимся к Рождеству, представляете? Тут всякие мои маритони. Какая же это вкусняшка. Адьос, маритони, адьос. Я уже поела. Даже успела сериальчик посмотреть. Почистила айву. Буду сейчас варить мармелад из айвы. Я ее почистила, порезала, залила водой. И буду теперь варить до готовности. Вот такими кусочками, ну где-то одинаковыми. Чистить, конечно, ее трэш, но это надо. Я люблю чистить, посмотреть, что там. Многие у меня клиентки есть, которые ее не чистят. Прям, говорит, со шкуркой, там типа незаметно потом. Я всегда чищу, так более мне нравится. И варим до готовности. Сейчас скажу, что будем делать дальше. Айву я отварила. Смотрите, прям хорошо вареная. Теперь ее нужно взбить и миксером. Не миксером, а... Господи, как он называется-то? Вот этой штукой. Ну, вы поняли, да? Вот этой штукой. Но я буду готовить в роботе. А вам нужно взбить эту вот эту вот штукой, чтобы получилась такая однообразная, как пюре. Пюре, во. Но для начала я все это взвешу. Потому что сколько айвы будет, столько нужно и сыпать сахара. Один к одному. У меня 300 кило. Кило 300 буду добавлять сахар. Сейчас я это все взобью. И добавлю сахар. Такая каша получилась. Каша-малаша. Так, сейчас добавлю туда сахар. Получилось слишком много. Так что буду варить в два раза. Теперь нужно вот эту кастрюльку, допустим, то же самое, да? Ставить на огонь, на средний огонь. И варить, помешивая постоянно, чтобы он не пригорело. Где-то час варить надо точно, чтобы получился такой карамельный цвет. На среднем огне, ну где-то, наверное, на 5-6, вот если индукционные. И постоянно помешивать. За меня это будет делать вот это. Поэтому мне легче. Так. Устанавливаем 4 скорость. Время. Я ставлю час. И все, и варим. На самую большую скорость поставила. На троечку только ставится. Чтобы не подгорело. И там все нормально крутится, вертится, готовится. Но если приготовиться, потом еще приготовлю вот эту. Правда, у меня еще тут на разочек остался. Посмотрите, сколько. Может быть, даже на 2 разочка. В общем, будем варить. Получается вот такой вкусный мармелад. Если он, конечно, получается, знаете, он должен прям резаться вот такой. Но не всегда получается. И как будто как же не желе, а как же он... Ну, как варенье, знаете, такое варенье яблочное. Мы такое не любим,
Мы любим, чтобы он резался, как мармелад. Поэтому сахара нельзя, надо добавлять меньше, иначе он получится вареньем. А еще вчера мы уже дали вот такие яблоки с альпухарры. Они немного, видите, где с червячками, где подгнили, и я из них буду компот варить. К сожалению, у меня самая большая кастрюля это вот эта, и она сейчас занята, поэтому будем сначала вот это кашеварить, а потом уже компот варить, наверное, ночью. Потому что буквально через час я пойду уже с Чарли гулять, и, в общем, на спорт. Мы гулять идем тогда. А на кай? Мы сегодня идем. Вот я, спортсменка, комсомолка и просто отличница. Сегодня решила бейсболку одеть, чтобы солнце в глаза не падало. Так вот, идем. Вперед. Порция готова. Я не знаю, что получилось. Мармелад, варенье, хрен его знает. Но мне кажется, жидковато было. Поэтому вторую порцию я накрыла вот такой вот сеточкой, чтобы она как бы испарялась жидкость. Так как она там все бурлит и пыхтит. В общем, поживем, увидим. Но это мы увидим завтра. Поэтому я сейчас тоже вот оттуда в такую же тару и из-под мороженого положу. И в холодильник застывать. А завтра увидим, что у нас там будет. Кстати, не сильнее, не это, не пшикало. Запечаталось нахрен. Ой, насмерть. Так как это сахар. Ой, все прилипло. Ну какой. Ну-ка. Мне кажется, это тоже жидковатый. Хотя, хрен его знает. Ну, в общем, завтра посмотрим. Завтра посмотрим. Компот сварился. Только яблоки здесь и вот и стевия. И вода, вода от вот этого варенья. Видите? Я так подумала. Вот на этом было много всякой налеплено варенья. Я все это промолола и, в общем, воду сюда вылила. Так, супчик варится. На завтра супчик. Вы могли бы заметить, супы мы любим. Поэтому у меня зимой почти каждый день супы. Из чего суп? Здесь сделала зажарочку. Прямо в это косело. Заляплено все, но это понятно. Я тут готовлю, готовлю, готовлю. В общем, зажарочка. Лук, морковка и перчик зеленый. Все это... А, и картошку кинула, чтобы она отварилась. Потому что потом закину грибы. Они вообще 5 минут варятся. И шпинат. И будет у меня вот такой супчик, нам очень понравился, вообще очень вкусняцкий. Вот, и зелень добавлю, укроп у меня есть в конце уже. И будет на завтра суп. А еще мужу на завтра сготовлю, у меня есть же еще этот, тыква. Я ему пожарю тыкву, а у меня макарошки остались еще сегодняшние. Так что завтра у меня вот такая еда будет. Ну-ка, компотик попробуйте, сладкий хоть. В самый раз от стевии. Суперский. Вот так. Сегодня готовила, какая я молодец. Уже мармелад положила в холодильник. Мне кажется, вот последний, который был с открытой крышкой, чтобы испарялась просто влага, мне кажется, он получится. А вот тот, что был с закрытой крышкой, он будет как варенье. Ну, что гадать, завтра увидим, что получится. Так что следите, следите, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Делайте вы такое вообще вот у нас, у вас. Потому что я такое увидела только здесь, чтобы сначала отварить айву, а потом уже ее, как говорится, перемолоть и варить с сахаром. Вот, я думала, это как яблочное варенье, сразу сахар и варить, а нет. Такой вот трюк, скажем так. Ладно, пускай тут варится, тут парится. Я сейчас, я достала себе персик, я не люблю, когда он с холодильника, а персики у нас все в холодильнике, потому что не умещается никуда. И буду с вами прощаться до завтра, потому что все уже, я пойду отдыхать.
Всего вам самого наилучшего и встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!